Смотрите, поселок Сизая. Это одно из моих главных провороненных вещей. Да, дважды в фильмах, один раз. Хозяйка Нина. Мне прям в фильме... Прошу прощения. Алло. Алло. Да, можно. Ну, у меня вебинар тихонечко, ладно. Так вот, значит, дважды, один раз она, другой раз сестра, и опять, чтобы плоды были, как называется, королевские. Ну, догадались, я уже фильм этот многие видели, что плоды, как теннисные мячи, не меньше, обе уверяли, не сговариваясь, в разные годы. А я умудрился их так и не увидеть. Видел как-то падалку поздно. Почему я это говорю? Дело в том, что я... Привет, девчата с Тимирязевки. Может, хоть тайком-то слышите, ведь иначе у вас никогда ничего не будет. Никаких садов, особенно абрикосов. Вот. 20 лет назад этот саженец переехал от меня. Можете представить, что это... Обычно это выглядит так. Я выбрал эту фотографию, чтобы показать, что я не болтун. Я ей сказал, саженец посадить и не подходить к нему. Все. Он был резко обрезан. Сейчас где она, эта обрезка? Черт его знает. Где следы? Обрезан, не подходить. Далее. Прошли годы. Плоды были не просто большие, а огромные. Они все в шоке. Вся деревня в шоке. Серьезно, говорит, дверь ломали эту калитку, чтобы войти, когда людей не пускали. Все с улицы видно. Я, поймите смысл моего разговора. Эти же тимирязевцы, да, вот, они же опять будут, их саженцы, дебильные, извините за выражение. Вот, они должны когда-то, ведь я один не могу перестроиться. Нам нужно, чтобы наши ребята постепенно захватывали вот эти сайты, чуть не сказал, порносайты. Уже по-другому не скажешь. Когда я вижу, что снизу обрезают, сцена мне рассказывали, да и вы, может, я вам уже рассказал, может, напрямую был видеофильм, вот. Продавец берет саженец, берет за него деньги, отдает саженец, потом говорит, дайте ко мне его, берет секатор и нижние ветки вот так, вот так, вот так, вот так, до полуметра, а то и выше, если он двухметровый, то до метра нижние ветки все отрезают. А потом говорит, на, вот называется медвежья услуга. Я это называю, когда полностью весь штамп, он еще изувеченный, торчит из снега, под снегом веток нет, я это называю стриптиз на морозе. А таких девушек, которые, помните, отрежьте там все четыре ветки, вот такие вот отрежьте, оставив только одну вертикальную, не, такая же толщины, как боковые, вот, этот ужас. Я это называю уже не сайт, извините, я это называю порносайт. Голый штамп, так, это для меня уже не сайт, а порносайт. Их так и надо переименовывать. А вот это вам пример. Запретил хозяйке. Она с тех пор столько сотен ведер получила, что это самое, это невероятно. Вот он мой, вот мой саженец. Я только, когда это было 5 дней назад, я догадался сфотографировать основание штамба. Вот. И до сих пор с него, конечно, уже сейчас надо ветки брать, потому что не могли они обмануть, когда все говорят, вот такие, вот такие, вот такие. Вот, поняли, да? Вот он представляет величайшую ценность. Елена Александровна Савинич. Вот, как вы ее назвать? Наследница моя. Я вам постепенно все свои эти явки передаю. Вот, смотрите на дату. 24 августа. Это было 6 дней назад. Сегодня сделал фотографию. Вот эти нижние заезжал. Вот эти нижние пообрывали, как сказать, подшибали, сказали, нам компот надо. Вот эти еще держатся. И у меня есть фотография за сегодняшнее 30 число. Она еще в телефоне, или как он там называется, в фотоаппарате. Вот. Но поверьте, вот это все еще цело. Дата какая? 30-е. Феноменальный сорт. Феноменальный. И, наконец, опять же, фотографию не успел сделать. Нет, сделал, но он опять в фотоаппарате. Ёлки-моталки. Я сегодня был у пианиста в Черемушках. Висели
не так, все, что он уже собрал, два ведра для меня, вот, и крупные отборные, поздние, это позднее Филиппиево, я никогда себе не присвоил чужого звания, и сфотографировал сегодня, 30-го, даты там есть, еще висят, вот это два феноменальных сорта, один от Филиппиево, а вот этот от Железова, это 100% документально подтверждено. Вот, пожалуйста, что мы имеем. Господа ученые, вы должны были уже, знаете как, прихватить с собой, может быть, этих самых спецназовцев, приехать ко мне, заломить мне руки за спину и вот сказать, будем это, на воде и хлебе держать, пока не расколитесь адрес этот. Понимаете, насколько это все важно? Где вы? Уже когда мы с Еленой Александровной показали эти плоды, самые роскошные уже раньше упали. Где вы? Где? Я же как объявил? Я беру эти самые. Это мое дерево. Я с моего дерева купил эти семена. Прошу прощения. У меня, видите, какая злость на это, на ученых. Привез сливы, на этот раз Евразия 21, самые поздние, из этих, из ринклодов. Венгерки все висят, даже не думают краснеть, то есть синеть.